Актуально не будет завтра, там будут париться люди завтра, чтобы бомбы станут мусолить, благодаря анонимные тролли. И никто по временам не напишет уже, вам всем будет завтра наплевать уже, вам сегодня уже наплевать на Вьетнам, и вчера на него плевать барабан. Вы нищие, глухо трусливые создания, где, блядь, ваше гражданское создание? Слышим ответ, только щелканье бомба, сгибнение юрза, нищие и жопы. Значит, комментарий меня обвиняющий в грязном пиаре. Я его прочитаю лучше даже не зря. Давай другие разоблачения внутри. Но помни, в каком ты не скрывался внутри. Я тебя все равно почистил пройти. Ты еще пожалеешь, что там меня купил. Но я на тебе. Ты мне из ромашек накормлю кислотой. На твою кашу прилежу батарею. Поставлю прости. Надеюсь, мой дождь. И руки сад. Ничего не изменилось.